сосредоточен на заводе? Я сосредоточен на заводе. А тебе нравится быть в таком состоянии? Не нравится. Подумай, тебе хорошо в душе? Нет. Не знаешь? Динозаврик, а как ты думаешь, если ты сядешь на веточку и будешь получать удовольствие от жизни на веточке рядом со мной, тебе это понравится? Так я сразу на землю спалюсь, потому что я тебя. Если ты захочешь, ты свалишься. А если ты захочешь удержаться на дереве, то ты не свалишься. На дереве бывают такие ветки, когда вот идет ствол, и ветка, и ветка, и ветка, и еще листва между ними. Это такое гнездо может получиться. Оно будет и мягкое, и надежное. Как ты думаешь, тебе это понравится? Во-первых, я уже пробовала, а во-вторых, на этом дереве такого нет. Да, динозаврик. Ну...